Друзья, всем привет! На связи Орловский филиал компании ТЛБР. Меня зовут Сергей, я специалист по технике. Сегодня посмотрим в работе на опрыскиватель от турецкой компании Agrami. Это будет навесной агрегат, класс, шириной захвата штанги 12 метров. Вот, посмотрим, опять же, как производятся настройки в рабочем положении, в процессе самозакачки. Ну и просто поговорим о этой замечательной машине. Смотрите до конца, будет самое интересное. Заправка опрыскивателя из водоема, то есть собственной системой самозаправки. Мы подключили ее к крышке фильтра и обратите внимание на краны, как перекрыты. То есть два крана, которые нижние, они перекрыты, потому что вот эти два трубопровода идут на штангу непосредственно. Вот эти два крана идут на штангу, они перекрыты во время закачки. Все, как только опрыскиватель закачается и в рабочее положение мы его будем ставить, краны открываем и открываем кран, который идет на перемешивание именно раствора. Тоже его потом сюда перекроем. Ну а пока при закачке все закрыто. Работает отлично. Факт то, что у него есть две шестерка, четверка и двойка распыскивателя. Я лично не жалуюсь, нормально. Брызгает он. Нормально. Ну, а норма да, какая это... там? Плюс-минус 200 литров где-то? Нет, ну все зависит от яда химикатов, на какой культуре ты работаешь. Ага. От давления зависит и то, и то, и то, и то. Понятно. Короче, мужики, все нормально. Лебедкой не пользуетесь? Поставили нет, в одно мы ее поставили, да? В одно положение, болтами зафиксировали и все. И... Ну, а у нас смысла нет ее пользоваться. Ну, а там по кранам, мы как работаем... настраивать, что делать в рабочем положении? В рабочем положении, я вам сейчас объясню. Вот эти, получается, два крана, это крылья, левое, правое. Если я не хватает, у меня что-то куда-то добить, я крыло перекрываю, одним иду крылом. А это мешалка, болталка и вот это вентилярка. Ну, я понял, все. Чтобы перемешивать, в общем, да? Да, 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 да. И все. А вот тем еще краном, потом, когда перекрываешь, все, добавляешь давление. Все, и по вентилятору он, ну, показывает по датчику, ну, от полтора, там, два, сколько надо очков. Понятно. Так что. Ну, вот в общем, такая. В целом агрегат довольный. Да, нормальная ситуация. И вот с ним по малым базам нормально работает у них хорошо. Ну вот у вас удобно, поля мелкоком, да, вернуться. Можно еще крутануться где-то что-то, а вот если на большие, да, конечно, он неудобно будет. Ну, когда объемы большие, там уже совсем. Ну там либо прицепной, либо навесной, там надо, допустим, побольше. Там уже совсем другая ситуация. А вот на наши, вот на эти вот вентилюшки, он нам за глаза и хватает. Все, вот мы сейчас сделали, свеклу обделали, сейчас поедем заправимся. И уже пойдем на картошку. Ну а если в двух словах рассказать о преимуществах этого опрыскивателя, о комплектации, то основные моменты какие? Бочка 600 литров, насос стоит четырехмембранный, производительностью 105 литров в минуту. Тройные корпуса форсунок, распылители используются немецкие Лехлер. В этой комплектации у нас получается ручное раскладывание штанги, и подъем штанги осуществляется за счет лебедки. То есть подняли в определенное положение и в этом положении эту штангу зафиксировали. Система самозакачки в комплекте, что позволяет опять же легко заправить этот аппарат. Ну а так
Есть и другие модели таких опрыскивателей. Ссылки будут в описании к этому видео. Заходите на нашу страничку, подписывайтесь на наши каналы и следите за выходом новых роликов. Ну, у меня на этом все. Всем пока!